я сейчас нахожусь в Варшавском, экономика в Варшавском университете. Со мной рядом находится Виктория. Она является представителем Welcome Office. Мы уже ранее снимали видео на ту тему, как можно поступить в данный университет. И сегодня мы хотим поговорить о таком моменте, как поступить на дополнительное образование MBA. И Виктория нам расскажет об этих направлениях. И еще раз немножечко затронем такую тему самого университета и его преимуществах. Спасибо огромное. Вот да, наверное, главный вопрос у всех студентов, почему стоит поступать именно в наш университет? Ответ на самом деле очень прост. Образование в одном из самых престижных европейских вузов Польши, который занимает одни из первых ранкингов, самых перспективных ранкингов Польши, перспективы, а также Study in Poland. Доступная цена на обучение, удобная локализация, легкий процесс рекрутации, а также помощь на каждом этапе строения вашего светлого будущего. Спасибо большое за вопрос насчет MBA и EMBA. Это такие последипломные программы образования, в которых больше изучение бизнеса, управления, логистики, когда человек уже получил свою специальность и хочет себя почувствовать таким начальником, боссом и узнать, как это функционирует в фирмах, в разных фундациях и предпринимательствах. Что на самом деле главным плюсом данных специализаций? Чаще всего педагогический состав — это те люди, которые уже через это прошли. Это директора разных фирм, это работники отдела. Практиканты. Да, это такая практика, люди, которые уже прошли это все на себе, уже знают, как это, и хотят с вами поделиться этим опытом, что немаловажно и что очень удобно. То есть вы можете задать любые вопросы, и это чаще всего такие практические занятия, которые проходят не каждый день, безусловно. Это обычно 2-3 раза съезд в месяц, когда у вас суббота-воскресенье, посвящаете обучение. То есть в этот же момент вы можете абсолютно спокойно работать и получать такое дополнительное образование. MBA — это более углубленная такая бизнес-программа, и MBA — это немножечко попроще, подготовлена под наших студентов, и она чуток дешевле, что, в принципе, выгодно для стран СНГ, ну и также для людей, которые бы хотели получить практические знания, но, к сожалению, пока что это не по карману. Очень часто на такие программы отправляют фирмы. Они оплачивают полностью обучение, и если вы работаете в одной, допустим, из польских фирм, они обращаются на такие последипломные образовательные программы и предоставляют полностью обучение для своих работников. Хорошо. А основные моменты, какие критерии для поступления? Поступление в как бы последипломное образование происходит абсолютно по-другому, не так, как регистрация в ВУЗ с документами. То есть здесь уже лучше бы сконтактировать с последипломным департаментом, который вам подскажет уже конкретные документы, но чаще всего это, соответственно, ваш паспорт, это ваши документы об образовании, что вы закончили школу и закончили университет. Ну и дальше они уже там от вас просят в зависимости от ситуации, набора, специализации, документы. Поступление тоже на самом деле очень легко и просто, то есть когда вы пишете, у вас проходит отдельная рекрутация, с вами работает один на один, но и довольно-таки быстрее, потому что это уже люди, которые чуточку больше, как бы постарше, и уже знают, чего они хотят от этой жизни. Хорошо, спасибо. И сроки обучения. Сроки обучения. Безумно важный вопрос, потому что, смотрите, обучение может начинаться как в октябре месяце, так и в марте месяце, то есть два набора. И чаще всего обучение в течение одного года. Вы изучаете выбранную специализацию, после чего у вас заключительный экзамен, и чаще всего стараются вас подготовить к этому экзамену, пройти вопросы и
как бы у нас еще не было такого опыта, что кто-то не сдал экзамены, и у нас всегда было так, что все заканчивали, все получали документы, и все были рады и счастливы тому, что получили дополнительное такое образование. Хорошо, спасибо большое, Виктория. Для себя я, конечно, вижу такие основные преимущества, то, что в вашем университете собран такой комплекс, скажем, для студентов, которые только после школы, да, для студентов, которые уже после университета, да, то есть золотая серединка для новичков, для тех, кто уже постарше. Это самое важное, что можно все взять в одном месте, да, то есть это замечательно, поэтому мы обязательно будем нашим студентам рекомендовать ваш вуз. Еще раз большое спасибо, что уделили такое большое количество времени. На этом, наверное, будем прощаться. Если я что-то забыла, очень важно упустила, да, что мы могли бы еще отметить в этом видео, давайте это зафиксируем и будем прощаться. Наверное, о том моменте, который вы сказали, что вот этот комплекс. Я бы немножечко больше рассказала за какие-то скидки и акции, что, в принципе, чаще всего очень интересует наших кандидатов. Это такой момент информационный, который очень важен. Смотрите, как вы заметили, что у нас студент может поступить как на языковые курсы, да, закончить какой-то определенный этап обучения. После обучения на курсах, чаще всего, если это был курс на полгода и год, данный кандидат может получить скидку на образование. В случае бакалавра, если это сейчас заинтересованный будущий студент обучаться у нас действует такая акция, если вы регистрируетесь здесь до конца мая, вы получаете 1000 злотых скидку, это 500 злотых вы не платите абсолютно взнос при поступлении и 500 злотых на первый год образования. Более того, такой приятный бонус – это языковые курсы на один месяц, если вы уже как бы их прошли, но это подтянуть, и вы приедете на месяц раньше в Польшу, вы сделаете документы чуть-чуть раньше, и у вас будет возможность в такой момент расшататься, посмотреть и уже как бы услышать этот язык вживую. Второй момент удобных скидок. Это когда вы наш абсолвент и вы поступаете на магистратуру. Все, кто у нас закончили обучение на степень бакалавра, после чего выбирает наш университет для дальнейшего обучения, они получают 20% скидку на первый год образования и 10% скидку на второй год образования магистратуры. То есть это очень выгодно. Более того, если вы дальше решили учиться на EMBA, MBA или последипломное образование, вы получаете 20% скидки на учебу. То есть, в принципе, если вы решили начать такой процесс обучения от А до Я и хотите действительно влиться в эту струю, то есть действительно вот очень удобно, и как бы за этим можно проследить, посмотреть и создать себе такой бизнес-план, сколько мне необходимо, что необходимо и так далее. Ну и как для европейского вуза очень важно, что студенты могут объединить как учебу, так и работу. Достаточно времени для того, чтобы не только получить образование, но и найти работу. Да, это очень здорово. И, конечно, если сравнивать с другими европейскими вузами, Польша все-таки занимает лидирующие позиции в том плане, да, ценовой политики, все-таки более доступное образование, при том, что уровень и качество, оно ничем не уступает. Да, абсолютно с вами согласна, потому что преподаватели в нашем университете абсолютно с разных стран. У нас не только как бы университет международный в плане студентов, у нас университет международный в плане преподавателей. Педагогический состав, у нас есть студенты, которые с Италии, с Франции, с Канады, ну, безусловно, Польша. Также есть несколько преподавателей с России, с Украины. Есть преподаватели, вот мы до сих пор гадаем, это Япония или Китай. Но мы об этом узнаем, надеюсь, скоро. Мне тоже очень интересно, как работнику. Буквально недавно услышала тоже о Матоше, и вот пытаюсь понять все-таки, откуда он. Но это на самом деле очень интересно. Тоже, опять же, можно пообщаться с преподавателями, увидеть другую культуру. Ну и, как бы, может быть, с перспективой уехать по Эрасмусу в другую страну и получить там или практику, или еще один год обучения. Замечательно. Большое спасибо, Виктория. Будем прощаться. Также хочу напомнить, что все вопросы, которые у вас возникают после просмотра этого видео, вы можете написать нам в комментариях, оставить заявочку на сайте. Да, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а мы с вами прощаемся. До скорых встреч!